группам бегать, Свет. Все на группу бегать. А вот я уже вокруг дерева бегаю. Дерево, конечно, да. Вот она не боится его тут. А должна? Боялась. Дайте, девочки, по кругу, по кругу. Нет, я просто хочу рост сравнить. Откусить хотите кусочек, да? Не, ну она нормальная. Давай, давай, старушка, давайте. Нет, самое прикол, что я-то не могу бегать. Я думаю, что Дуся бы была так. Молодец. Света, короче, с нами на каждую рынковку едешь. Посмотри, как Анжи оживил. Вот она полняет. Она после течки изменилась. Света, на лап опять дюймовочку поставь. Еще длиннее когти, она... Надо постричь, я знаю. Я знаю. У тебя есть когтеточка? Как перец? Я, да, есть. Не, или тебе купить надо? У меня собачий есть специально. Да, наверное. Мне кажется, я ехать. Лапы передние уехали. Да, передние лапы. Ай, молодец. Пойдем сама. Дерево! 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 Не надо! Нет! Молодец! Слушай, приедет сейчас аватар, я чувствую, мы все упадем в обморок. Там приедет большой слен. Голубой слен. Ой, уж не надо, она начинает смываться. Глаза подемнили. А что, она на цепочке не будет? На цепочке я не умею. Она, может, и будет. Ты поближе подойду. Я увидел, что мы на цепочке не умеем. Стойди. Хорошо. Стоять. Хорошо. Молодец. 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 У нас потом хвост потолстеет куда-нибудь. Ага. Самый прикол, я звоню девчонкам, они говорят, у меня у собаки такой хвост. Свободно не держит. Потому что... Нет, так прямо это точно нельзя. Надо чуть-чуть загнуть. Да, вот так. Сидеть.
Что, в понедельник заеду за ним? Да. Как по школе идти? Что, мы к Филатовой пришли, мы такие пупсики были, да? Она вообще прям, была бы еще у Филатовой, бы что, поесть, она вообще была бы довольна. Нет, не бежит, Дуся, подожди. А ты не бежать не можешь. Бежать не можешь, я тут уже реально три круга я пробежала. Ну, пробегись, Дуся. Кто Дуся? Дуся, вот она. Вернусь, ты не боишься. На, сырочек. Мне? Для собаки. Хорошо. А, хорошо, пошли. Молодец.